2000 жителей Нижегородской области приобрели квартиры по социальной программе «Жилье для российской семьи». 100 из них – это сотрудники предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они приехали в благоустроенные квартиры сегодня. Ключи от нового жилья им вручил губернатор Валерий Шанцев. Мы раньше жили здесь через дорогу, квартиру снимали. Как бы, когда только микрорайон застраивался, как бы хотели здесь жить, потому что рядом работа, здесь садик, школа опять же для ребенка. И увидели, что эта программа действует. Она действовала 31 мая. И мы как бы быстрее, буквально за 2-3 дня оформили всю программу, ипотеку. Как бы по стоимости без этих скидок, без программ покупать, то проблематично было бы взять. Да, мы бы. Если мы говорим отдельно про программу для работников оборонки, у нас в микрорайоне Бурнаковский 275 квартир продано именно по этой программе. Если говорить в целом, мы сейчас продолжаем эту программу в микрорайоне Корабли, это Сормовский район. Работники оборонно-промышленного комплекса, они имеют возможность приобрести жилье как вот в таких вот социальных проектах компании-застройщика, но, например, и в других проектах, в том числе реализуемых в рамках программы «Жилье для российской семьи». На сегодня уже более 2000 человек приобрели жилье по этой программе. Из них в том числе более 800 человек – это работники предприятия оборонно-промышленного комплекса. Мы выделили деньги городу и перечислим полностью сумму на строительство детского сада здесь, на Бурнаковской. И сейчас проектируется еще и школа здесь. Вчера мы обсуждали вместе с руководством города, как нам по весне больше посадить цветов в Нижнем Новгороде, сделать какие-то металлические конструкции, где установить цветы в горшочках, арочки такие, подставочки. Город должен этим летом заиграть другими красками, потому что мы должны прорепетировать, а как мы будем встречать гостей летом 2018 года. Вот в 2017 начнем уже репетировать. Хватит нам жить среди некошенной травы и желтых одуванчиков.